Что там, Клим? Мама, смотри! О, ничего себе, это что такое? Офигеть! Это, походу, Орео! Да ты чего? Офигеть! Они там не растаяли? Нет, просто вот... Интересно. Запутано. Может, салфетки какие-то? Какие салфетки? Это Орео. Какие это салфетки? Это Орео. Ты откуда знаешь? А что понятно? Да, это Орео. Ух ты. А, это Климу, между прочим. Смотри, какой. Мы сегодня уже заранее празднуем день рождения. Вот к Климу пришли друзья. Молодцы, поздравили его. Мама, я в Ютубе. Ждем папу, пока придет. Днем рождения, Клима! Блок тебя. Блок это тебя, Артур. Блок тебя. Опять я хожу. Клим. Равиль. Выходи. Султан. Молодцы. Хорошие мальчишки. На тебя? Это страшно, это не уговорите страшно. Его, уговорите, Клим. Мы тебя свой юбилей. Подождите, тише. А ромашка, она легче, чем милкшейк, куда идет Равиль. Мне милкшейк вообще больше нравится. Сходи, Клим, разок на ромашку. Нет, подожди. Клим, я в твоем возрасте ходила. Да нет, ну мама, да ты вообще отчаянная была в моем возрасте. Климасик, сходи, в твой юбилей ты должен сделать это. Да Клим. Если я не хочу, то не надо меня заставлять. Ну ладно. Ну я надеюсь, что... Ты, может быть, захочешь. Скажу когда-нибудь. 22 года. 28. 22 года, она уже закроется. Мне пофиг, все расскажу. Клим тоже, глядя на султана, захотел гречку с молоком. Все, больше не лей. Это праздничный обед. Да, праздничная гречка. Вот я им набрала воды с собой. И этого будет мало. Артур, пойдем пельмешки кушать. Надо на улицу в окно выглядывать. О! И все думают, что новая птичка прилетела. Ага. Кто все птицы? Соседи. Все бабки. Сейчас бабушки будут. Да? А я не поняла, где ведро? Что, ведро в руку украли? А кто это сделал? А что, я тебе говорю, кто-то пацаны были какие-то. Что с ведром? Там мы его не будем покупать, подделка, хорошо? Да. Да. Харитон! Не бей, Артур, не бей, не бей. Это же роль. Вот видите, избиваю. Тетя Катя, снимайте, как он меня бьет. Фу, как жарко. Выходите быстрее, жарко. Выходите. Все, давайте, пока. Задохнемся. Сань, этот... Давай, я там фрукты положила, все взял? Бананы? Да. Давай, как ты себя чувствуешь? Я потею сильно. Нормально. Я так чувствую, даже, может быть, на чем-то прокачусь. Ну, хорошо. Они ушли, Мартуся, Кири. Вечная вот эта проблема. Она хочет с Вовой, а Вова убегает. Да? Пошли во двор. У тебя аллергия, ты простыла? Простыла. Он с тобой здоровается. Я поздравляю. Пойдем, моя хорошая. В тенечек там сядем. Ну, в тенечек сядь. В тенечек, да. Здесь сядь, вот вентилятор. Нет. Мама, пойдем, их подождем. Ой, Марта, они не хотят с нами. Они убегают от нас. Ты же поняла это уже. А что такое? Мы тут выехали. С пацанами со всеми. День рождения мое! С Клима. На начало. Стоит, ждет. О, с Мишкой едем. Мишка. Куда едем-то, Клим? Фэнтези парк. Мишку катать. Мишку катать. Нам вот на этих вот всех дымках. На всех аттракционах поедете? Да. Ну, даже если к ней хочется кроме ромашки. А мне не давайте, я с тобой на ромашку сяду. Ты поедешь на ромашку? Нет, спасибо, я не хочу. Да, давай. Я на милкшейк иду. Они говорят, то, что он хуже, чем ромашка. Помните, дядь Саша, когда в прошлый раз в
вы меня вот так подкручивали, да, еще. Да, 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 да. Это вообще страшный аттракцион, знаешь, не почему? Знаю. Потому что у него качаются вот эти вот, да, крепы, да, качаются, и это вообще... Реально, что они так визжат, да? Сейчас не, ты поедешь, будешь визжать? Я тоже буду визжать, я буду даже, наверное, я заматерюсь. Я первый раз катался, я кричал, второй раз катался, вообще ничего. Опа, все, вошли? Да. Назад пути нет. На лифте тоже нету никого. Не, давай на лифт первый, нет, сразу вот первый, кто есть, тот и идем туда. Клим, давай первое, да что нет, есть. Ну только на не на карусельку, но вот эту вот, давай на нормальное. Куда, да, куда, на змейку? На да, на змейку. Все. На лифте я не пойду, там слишком сильная нагрузка, я не выдержу. Чего ты не выдержишь? Что ты выдумываешь? Я чуть на этой не отключила. Не отключила? Я тебе клянусь, там тысяча. А, уже больше людей стало. Клим, у тебя крокси не спадут? Сверху ты слышишь, как щелкает, типа кран сейчас отпустит, и все, и ты не слышишь. Там... Что они, блин, на это орут? Ну ты иди, сядь, она, знаешь, это не как в парке Горького. Вот это... Все-таки решили на вот эту сходить. А они все висят там, блин, сколько можно там висеть там? О, поехали, да? Кайф. Вот это кайф. А вот, слушай, да, даже заорать не успели. Да. Дим, вы выбрали самый легкий аттракцион. Почему? Это наша традиция. Потому что на него очереди совсем нет, да? Нифига нет. Хотя нет. В любой момент она может... Да не надо. Сейчас мне опять ногу прижмет. Пожалуйста, не надо держаться. Да, слушай, я дальше всех кружусь, смотри. Такое чувство, что я сейчас телефон уроню. Офигеть, она сейчас еще вверх пойдет, да? А может не надо? Клим! Тебе было страшно? На середине, да. Особенно, когда вверх-вниз, да? Лучше всего крутится. Это самое крутящее? В смысле, вот это именно? Да, я ее отмечал. Вау, клево. Давайте, удачи вам. Клим, а? Ты боишься? Дядя Саша, а вы боитесь? Очень сильно. О-о-о, слышишь, что творится? О-о-о, все. Ну это вам этот не... Ой, бай, ой, бай. Сейчас она еще и вертеться начнет. Вы что, издеваетесь, что ли? Все. На выход! На выход! На кенгуру! Страшное кенгуру, нет? Нет. Только вот то, что он трясет вот так. Сейчас мне все ребра растрясет мои больные, да? А? Да. Клево. Сейчас телефон потеряю, прикинь. Оп-оп-оп-оп-оп! А как вверх-вниз ее поднимать? Нет, она сама. Она вон там вот начинает. А почему меня не вот, поднимает? Смотри, вот здесь вот а, начинает. Ну-ка. Ой, блядь. Ой, блядь. Мои ребра. Сука. Ой, ёпты-ты-ты. Блядь, как больно. Пристегни себя. Это было пипец как прикольно. Я на большой диван. Я когда на эту сходил, я на большой диван никогда не... Вы готовы, дети? Да, я готов. Я не слышу. Да. Давайте.
Ой, слышь, она ломается. Пока. О, она еще и крутится. Вау! Артур! Она еще и крутится. Кайф! Залезли детишки. Меня сюда даже не пустили. Она стреляет. Это Ламборгини, да? Это где кнопка? Не, у Артура Ламборгини. А, не, у него, смотри, синий Ламборгини, голубой Ламборгини. Ну что, поехали? Все, арвуар. Наверх! Наверх жми! Это мой сапер. Вау, улетел! Кайф, кайф. Знаешь, как аттракционы придают силы вторые, да? Ага. Вон, пацаны, мы жалко, тут. Жалко, что эти вентиляторы не открыты, папа. Ага. Капец, мы тут с Климом. Раскружились. Все крутится. Фу, у меня прям ребра свело уже. Ну да. Меня в прошлый раз не запустили. Пей, передавай, Клим. На, пей. В прошлый раз где были? Садись, яблоко поешь. Куда ты пошел? Иди сюда. Два. Нет, еще должно быть там. Бери, банан бери. Артур, ты что хочешь? Банан, яблоко. Пей водички тогда. А то в такой жаре можно офигеть. Дома наелся. Может. Пожалуйста, умоляю, вот даже не надо ничего. Давайте говорить. Давайте попрыгаем. Я тебе попрыгаю сейчас. Здесь находимся. Находимся на каком сейчас этаже, кто посчитает? На 15-м, мне кажется. Вот мы вот сейчас. Не-не-не-не-не. Смотрите, мы даже тарантулу обогнали. 12, 13. Вот мы сейчас на самом деле. Это вообще не 12, я тебе так скажу. Все. Нет, все, мы на самой высоте. 11-й, 10-й, мы вот только мы на мы самой высоте. Мы сейчас ровно, да. Гон на тарантулу сейчас. Они. Хорошо? Вон, иди себе сфотайся. С кем? Всем привет. Мы с Равилем фоткал. Куда мы приехали? Мы приехали в Бургер Кинг. Да? Да. А что мама скажет? Бургер Кинг. You know? Пойдемте в Адидасу. Я маме покажу все. А? Я маме все расскажу. Я тоже все расскажу. Я вот всегда вот думала, что это какой-нибудь милкшейк там разноцветно льется. Хорошо, а, да, папа, вон там вот Боба Дэй есть, вот. Давайте фоточка. Все, кайфарики. Вот вы не обнаглели или сидите на барной стойке? Сейчас вам еще это... барные напитки, да? Сейчас вот так вот. Так, и маленький бум-бум собаки. А скрытая камера. Да, я тоже это хотел сказать, да? Подарочек тебе дадут, думаю, что они будут. Дабл-бабл тебе? Или трипл даже, ничего себе. Посмотри, как много. Садись туда. Садись туда. Все туда, садись. Ну-ка, подожди, что вы делаете. Воу. А еще вот так надо было. И она полетела. Я хочу его кого расстреляем шариками? Шариками? Шариками. Ну что, Султан, давай. Что, давай. Я еще не попробовал. Как это вкусно. Как это, Клим, как это? Расскажи. Кайф, очень вкусно. Это просто не описать словами. Я хочу шарики, кто мне поможет? А смотри, не подавись, главное. Чтобы подождать. Чтобы он в рот не залез. Ага. Эх, хватит смеяться. Да, перестаньте смеяться. Спокойно пейте. Продолжаем празднование день рождения Клима на завтра. Че, какой? Медовик? Медовик маленький, да? Туда, на эту? Нормально. Там торт, но мало кто есть будет, только дети. Хотя на завтрак они много сидят на следующий день. Есть куда холодильник? Да, есть там. У Иры, как правило, есть место, у нее хороший холодильник. И на завтрак. А вон, смотри, медовик побольше. Он прям намного. Он намного больше. Он прям здоровый. Ого! Нет, прям... День рождения мы решили праздновать заранее, так как завтра родители и Клим едут на природу большой компании, и там же отметят день рождения. Вот мы взяли тортик.
первый день рождения, когда Клим будет праздновать без нас. Он уже взрослый мальчик. Сынуля, я тебя очень люблю, будь здоров, доволен собой. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Всех обнимаю. Пока-пока. Бабуля тут такую вкуснятину наготовила. Вообще супер красота. Тоже такое хочу. Сейчас купаться надо. Никуда.